Теперь мои видео выходят раньше в моем сообществе ВК. Подписывайся. Каюшки, с вами, как всегда, Сукплей. И я нахожусь в своей деревне жителей номер 59. И что сегодня будем делать? Возможно, некоторые угадали. Идем на работу, а именно работать деревенским фермером. Значит, берем мотыгу, вот. Идем работать деревенским фермером. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайк на новый видосик. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сейчас я шторы открою. Вот, раз, два, три, четыре. Вот, готово. Идем работать деревенским. Я чуть не описывался. Боже, в следующий раз, пожалуйста, меня так не пугай. А ты какими судьбами? А, стоп. Погоди, сейчас день рождения, Кенни, 22-е. Ноября. Я как-то и забыл. Ребят, короче, ребята, я забыл, то что у меня, оказывается, сегодня день рождения. Можете меня поздравить в комментариях, если хотите, если у вас есть такое желание. Блин, я угораю с того, что я чуть не описываюсь. Так, ладно, все, продолжаю запись. Так, а ты же... Кирюша, у меня для себя есть подарки. О, вот это то, что надо, так. Значит, смотрим, что в этом. О, магад, еда, хот-дог. Да, хот-дог, чикенбургер, пицца, имба. О, земляничка или клубника, не знаю. И печеньки Орео. Спасибо, спасибо, спасибо. Это самое главное. Так, а тут что? О, напитки, капучино. Энергетики. Энергетики. Мороженое, ванильное. О, кстати, мое любимое. И шоколадный пирог. Кстати, это не все. Кстати, это не все. Смотри, что еще есть. Я... Да. Попыт! Попыт! О магад, попыт, попыт, попыт! А самый главный подарок? Ща, подожди, давай сейчас подачу. Картошка! Картошка! Май гад! Картошка! Чё так? А чё её так много? Сколько ты её там, блин, осадил? Картошка! Спасибо, сейчас я положу в холодильник. Сейчас положу в холодильник все. Ребята, это ёб, это капец. Так, ну и да, так. Я из еды не все посмотрю. А, или все, ладно. Положим, значит, еду туда. Так, капучино, энергетики, мороженое и шоколадный пирог. Так, ну... Картошку, в принципе, так, можно сюда положить. Так, ой, не попытка картошку тут. Так. Так, ложим туда. Так, сейчас попыт положу в сундук, пожалуй. Капец. Пятка попыт. Нифига себе, ничего себе. Так, ладно, давайте сейчас еще посмотрим, какие тут попыты. Пупырка попыт, прикольно. Ложим. Супер попыт. Ничего себе, прикольно. Меч попыт. 10 урода? Чё? Чё так много? Ё-моё. Попыт Among Us. Among Us. Симбал Димбл, нет попыт. Так, а ребята, вы за кого голосуете? За попыт или за Симбал Димбл? Напишите в комментариях. Яблоко попыт. Не, а может кушать?
Ну, я не знаю, как по вкусу, нормально будет. И попыт. О, подзорная труба. А, наложим сундук этот. А еще что-то есть? Сейчас подожди, я отойду. Ладно. Я быстренько по делам. Да, так, вот сейчас интересно, что сейчас еще подарит мне Калаш? Вот просто интересно. Ладно, я тут пока что побуду. 1 час спустя. Короче, ребята, все, мне надоело ждать. Я уже жду где-то час, и Калаша что-то и нету. Я лучше, пожалуй, выйду уже на улицу, посмотрю, что там, почему его нету, вот просто. У меня такой... У меня слишком много вопросов. Это мне? Да. А ты выйди на заднюю дорогу. В смысле? Ты меня пугаешь. Да. Ты меня пугаешь. Да, уже уйду. Что я сейчас... Мать боже! Ты откуда столько техники достал? Ты сумасшедший? Нет. Мать боже, не повторюсь. Я понимаю, что ты Калаш, но... Я не думал, что ты мне военную технику подаришь. А че так много? А почему бы нет? Как мне на это все реагировать? О, я, кстати, вспомнил один ролик, как я как раз-таки в дом Калаша один раз приехал на военной технике и затролливаю его. Я тоже это помню. Вот, если вы не смотрели этот ролик, вот сейчас он перед глазами у вас, то обязательно посмотрите. Очень прикольно получилось в тот раз. Я вот просто до сих пор не понимаю... Откуда ты столько этой техники взял, военной? Я в шоке. Я просто в шоке. А я даже не знаю, что уже сказать. Это же... Ёба. Я уже не знаю, что ей подобрать. Ладно. Так. Так. Я просто не знаю, вот, ребят, как думаете, откуда Калаш просто взял столько военной техники? Напишите в комментариях. Боже. Так, вот, мотыку я положу, работать я, так понял, сегодня не смогу. Ну, уже нету времени на это, у меня день рождения, при этом же сегодня. О! Почтовый ящик. А чё там, интересно? Сколько картошки? Почему? Капец, ёба, сколько картошки, боже мой, ёба. Подожди, и книжка. Сок плы. От кого? Подожди. Так, сок плы от кого? О, Матвей, это же мой лучший друг. С днём рождения. Спасибо, Матвей, если смотришь это видео, то спасибо тебе огромное. Боже мой, уже второй человек дарит мне картошку. Ой, боже мой. Так, ложим туда это все. Книжку я, пожалуй, положу куда-нибудь сюда покажу. Боже мой. Ой, ой. О, боже, я просто не могу от этого все отойти. Боже. Ёва, просто, ребят, я вот просто в шоке сейчас, просто стою, просто, я не могу понять, это просто
самый лучший день рождения моей жизни. Я не знаю, что сказать. Ёба, уже вечер заступает. Так, а где кого? О, мне кажется, или подождите. Подождите, жители? Жители? Вы... А что тут происходит? С днём рождения! Ёбы, просто... Время медленно шагает, и всего один раз... А это вы все с жителями для меня подготовили? Конечно. И давайте вас просто всех обниму. Спасибо вам большое, боже мой. И тебя особенно обниму. Так ты бы этого жителя посмотрел. Ты стол аж залез, чтобы тебе что-то сказать. С днём рождения, сок-пэп. Я рад за тебя просто. Спасибо, его житель. И тебе спасибо. Боже. О, боже мой. Ну, а это то, вот свечка, это мне задувать? Да, садись, задувай свечку. Раз, два, три. Ура, ура! Спасибо, жители, спасибо всем вам. Спасибо, Юба, просто это лучше тебе здесь в моей жизни. И тебе, Кала, спасибо за такие подарки. Спасибо. Спасибо вам. Обнимаю, обожаю вас всех. Так, а это что? Дни рождения отмечать. Сейчас покажу. Так, все смотрите сюда. Салют, ёбаю, ребят, просто смотрите, как красиво, ёбаю, просто. Боже мой, это самый лучший день. Я уже эмоций не хватает просто на то, чтобы все проявили. Все? Да. Ладно. Ребята, буду заканчивать видео. Не забывайте, как говорится, ставить лайк, подписываться на канал. Также подписывайтесь на канал Калаша. Обязательно ссылка на его канал в описании. С вами я был Сокплей. И кто? Калаш. И мы жители. Да. Всем удачи и всем пока-пока, ребята. Теперь надо забухать. Подожди, а что это? Это пиво. Калаш, алкаш. В принципе, все, кушаем все и потом спать.